угроза для России – это гибридная война, которую ведет против России Запад, а точнее сказать, англосфера, то есть коалиция США, Британии, Канады и Австралии, в союзе с рядом других государств, таких русофобских, как Польша, страны Прибалтики и некоторые еще. Эта коалиция хочет совершить государственный переворот в России по типу того, который был произведен в Киеве, привести к власти марионеточное правительство, хунту, в которой даже уже, так сказать, первые кандидаты есть в лице Навального, Ходорковского и Касьянова. И вот попытка создания российского Майдана, а для этого санкции, а для этого дестабилизация экономики, социальной сферы и политики – вот главная угроза. Вторая угроза для России – это неправильная структура экономики и неправильная экономическая политика, когда упор делается на нефть и газ и на невидимую руку рынка, в то время, когда должны развиваться промышленность, высокие технологии, и должны они развиваться прежде всего с помощью мощных государственных программ, которые должны быть драйвером этого развития. Вот отсутствие государственных программ по развитию промышленности, высоких технологий и несырьевых секторов экономики – это вторая главная угроза. Третья угроза – это то, что российская элита расколота. Часть российской элиты ориентирована на Россию, а часть ориентирована на то, чтобы обокрасть Россию, вывести отсюда украденное на Запад и сбежать туда со своими семьями сами.